Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий регионам определять порядок выборов губернаторов. Теперь субъекты по желанию могут не проводить прямые выборы главы региона, а доверить избрание местным депутатам из кандидатур, предложенных президентом по представлению партии. Так, за 40 дней до истечения полномочий главы региона партии предлагает президенту не более 3 кандидатов на вакантное место. Причем политическая партия вправе выдвинуть претендента не только из членов своей партии, но и беспартийных. Из представленных кандидатур президент выберет 3 и вынесет их на рассмотрение регионального парламента, который проводит голосование. Для победы кандидату необходимо набрать больше половины голосов депутатов регионального ЗАГС-собрания. В противном случае будет проводиться второй тур, куда выходят уже 2 лидера. В этом случае для победы достаточно получить большинство голосов. «Единая Россия» считает, что внесенный законопроект не отменяет прямые выборы глав регионов, а учитывает многонациональное многообразие России и устанавливает возможность каждому субъекту самому определять порядок избрания высшего должностного лица этого региона. Законопроект направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития всех без исключения субъектов РФ и сохранение межнационального мира и согласия. Не стоит забывать, что каждый отдельно взятый субъект – это не просто местность. Это в первую очередь жители, культура, ценности, наследие. Комментирует законопроект депутат Тюменской областной думы, председатель политсовета Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей.